А скиньте ДПС прошло полностью. Ну, с нанесенным уроном. Не сам ДПС, главное, нанесенный урон людей вообще. Я вот не понимаю, вот смотри, почему Бланш дает 10,6, нахуй, а ты 8,6. Это вот, ну, чем вообще вот это, ну, 2 ляма вот этой разницы. Синдром. Тут сложно сравнивать, потому что вдруг на этом пуле у него там освобожденка вешалась по КД. На ханта освобожденка, я понял. Я ханта с фантом сравнивал. Окей. Я ни одного РДДшника в пример не привожу. Мне кажется, Щука, тебе нужно ориентироваться под спек. И учиться играть под спек, если это 2 миллиона разницы, блять. Нет, блять. Ну окей, нет так нет, но типа... Если я не прав, хуй с ним. Ну так, спек не есть фурва, если думаем, что-то сломали. Нет, он про баф АП имеет. Блять, теперь это второй вылетел. Так что, ну, расходимся или что, я не могу понять. Заебала уже эта хуйня, блять. Так, Щука, блять, вот после того, как ты, я перестану, блять, упоминать твое, блять, на каждом боссе твое имя, нахуй. Не просто так, блять, а то, что ты хуйню делаешь. То ли сдохнешь, то ли еще что-то нахуй. Я тебе, блядь, столько отдам. Согласен, блядь? А можно мне так? Блядство. А он писал что-то, нет? Фонарь, где этот уебок маленький, блядь? Пишет в Эмери. А он только холик. Просто похуй, блядь. Он с телефона заходит, его точно дома нет. Один вылетел с концами, другой вылетает каждый там хуй пойми. Так, охуево, что замена нет. На замене у нас только колплей холипал. Все. Дико извиняюсь, он не заходит нихуя. Нарушает и все. Позитрон, настало твое время. И не добирает ему ШП. Вообще никак. Так он в Каражане, вот. Тем более. Кто, Квазрикс, он в Долоране? У меня пишет в Каражане. Зона Каражан.
Позитрон дала ранен. А Лёля? Ок. Лёля слабая. 52. У нас так ДПС в пятерку, пиздец. Нам реально кунки не хватает, блядь. Нейру. Не, ну типа можно, знаешь, как сделать? Можно попросить Рида на Энха зайти, взять колплея. И так попробовать. Ты серьезно, Энха хочешь на Синдре? Не, ну я предложил вариант. Я уж легче, что я в Лему спекнусь, блядь. Ну, либо Лема, я не знаю, как вариант предложил, еще раз говорю. Чего накидываете сразу? Да нет, типа, ты же, наверное, ты же Энха смотрел, это забей. Это не решит проблему, у нас еще один отваливается в КД. Ну да, нужно два человека. Это кроме того, что не решит проблему, так еще будет меньше ДПС, чем оно было. То сделайте вывод из пулов. Проанализируйте и поймите, чего не хватает, кроме, блядь, прохила, нахуй. Перегрузочка решам, блядь, когда вот хилы не нужны, а их дохуя, блядь. Уберите, блядь, вы на активе, нахуй. Там Кунка написал, что он домой едет. Ну, давайте будем ждать. Да чтоб его, блядь, негры в сраку выебали, нахуй. Да, согласен. Вот это серьезный подход. Вот это я понимаю ответственность. Че? Ты про негров? Это, Кирилл, попробуй вниз и напиши, типа, два слота, типа, на... Может, да кому я напишу? Кому я напишу? Я всю гильзию уже прочекал. Не, я имею в виду в Дисе в самом написать. Может, кто-то типа видит, что у нас 25 человек сидит и думает, бля, что заходить, смысл? Пишите, мне нужен Эрзо. Ну, его только что кикнули. Замена не придет, минус 2 косаря всем. Нахуй. Товара кикнули. А вы еще мага кикнула? И плюс НГП. Мага? Да. Давно, причем месяца так 3. Не играет, да? Почему? Потому что он бестолочь. При этом еще агрится. Типа, ну, есть бестолочи, которые сидят молчат, а есть те, кто агрится. И при этом нихуя не делают. Он мне ебал еще раз пидошь. Что-то не приезжает. Он вроде на офу хотел съебаться, не? Какая? Ну, хотя на ЛК ему как раз самое место. Так, что-то Спейси пишет в Дискорде, сейчас узнаем истину. Наверное, а он уже говорил в Дискорде. Ну, меня вытягивает пока. Еще что-то пишет, может, что-то уточнил еще. Пиздец, Юля, я-то думал, что у вас с ним любовь. Что-то такая себе любовь получается. Заебало молчать я сейчас. Интернет какой не было. Что зависит от каждого человека, нахуй. Все, ну, полностью интернета нету. Нам теперь двое нужно. Что? Да, ты Лема, тут толку нет, он много не даст. Тут толку. Ну как толку? Плюс один кастя, минус одна освобожденка с хила. Тоже есть плюс. Хотя бы хоть какой-то. Ну хоть какой-то, да. Если только. Больше пэфа каких-нибудь. Еще штучки две. Скажу, Лем много не даст, Энха вам не надо. Нам бы еще 5 Аделев, нахуй. Резко. Да тут и Лем, он пиздец как типа тяжело давать ДПС более-менее. Лем не для ДПС, а для настроения, для бафа.
Нам для бафа даже не нужно, это вообще юзнес, типа класс. Баф это демон дает. Ты Тейнху, блядь, скажи. Тотем тоже ничего не перебивает. Еще раз, что? Твой же тотем ничего не перебивает. Ну мне кто-то писал, что перебивает, я его перестал ставить, типа. Ну как бы я и так его... Тотем гнева? Да. Ну мне кто-то... Ставь, ты чё? Это дебаф как минимум на босса. Да и... Почему вот мне... Ладно, говорите. Они не стакаются, еще раз говорю, паладина 3% крита, ретрика. И... Ай, бля, ясно. Так, это не 100%. Не знал про паладинский дебаф. Почему вот мега щука, а не какая-нибудь вялая щука, там я не знаю. Вялая щука. А почему Best Moon, а не Worst Moon? Что это? Because he is the best, понятно, у него. У меня обычно ники так создавались. То, что в голову приходит, но он то и делает. У меня лохнет в голову. Понял, типа, переводи. Я никогда не сидел, не думал над ником, блядь, более секунды 20, наверное, блядь. И не обдумывал никогда заранее. А ты помнишь мой первый ник на Руге? Алибабьяба? Я помню даже, как он выглядит. Отличный человек. Я этот скриншот тоже не видел. Это кринж, блядь, реально. Я был молодой, неопытный. Не, ну там ёбнутая машина, если ещё комбат. Там тупо вон, короче, этот... Ещё на этом... Рога тут только что был в онлайне. Кутярок, который, или как там... Или Кусярок. Он сказал, что он переезжает, поэтому он всё переехал, не будет в игре. Это Хутик. Что там, ещё какой-то ещё есть, Рога есть? Ну, вообще вроде урок, блядь, по пальцам пересчитать. У нас вообще, в принципе, что-то дохуя кто сейчас забил. Вот прям, блядь, все в одно время забили. Не вот по одному, там по два, по три человека, а просто пачкой нахуй. Что-то многие говорят, что много людей Сирус вообще перейдет на ПОВ, когда ЛК откроют. Хуй его знает. В любом случае, блядь, как только откроется Лич Кинг, блядь, много кто перейдет. Я на первое время. Говорю. На первое месяца 2-3. Потом вот тут начнут съебывать потихоньку. Мне, правда, немножко непонятно, почему с Лич Кинга люди свалят на Лич Кинг, причем, грубо говоря, с расширенной версии на официальную. Без всяких дополнений. Блять, вот я тебе объясню, например, свое. Было бы у меня больше времени, я бы тоже пошел на оху. Но я бы пошел туда не повыешить. Ну, типа, ПВЕ, может быть, я там плюс-минус совмещал, но один раз в неделю максимум. В основном я туда бы пошел чисто ради ПВП. Все. Никакого нахуй ПВЕ. Ну, вот единственное, блять, если бы у меня было больше времени. А в чем разница между Сирусом? А, только что тринки? Можно делать. Да какие нахуй тринки, блядь? Рукожопость, нахуй. Стабильность. Администрации, блядь. И стабильность, да. Стабильный сервер, вот в чем разница. Сирус это стабильность, а Афа это... Нет. Сомневаюсь, что кто-то будет R1 вместо вара. ВП вообще. На обычном ЛК. Там клинза немножко по-другому работает. Поэтому там и шатра будет сильная. Которая достаточно ставит конкуренцию. Посмотрим. Вот R1. Там нет этих свапов диких и прочей хуйни. Глядишь, что там DCDK или DC Retrica. Кто-нибудь или DC War, блядь, в итоге выпонимал. R1 не стал. На Lich King. Если там будет в идеальной работе, конечно. Ну, DCDK. DCDK. ДЦДК, я бы сказал, ну, не прям такая, ну, половара, чтобы убивать, ну, такой, нормальный стан. ДЦ Ретрик это прямая контра половару, но ДЦ
ДК, при этом контра ДЦ рейтингу, короче. Там дохуя всяких нюансов. Ну вон, 7 нахуй ворвется, блядь, ДЦ феррали разъебет. Бля, я нашел этот скрин. Бля, ебать меня ебало тупо. Скинь. Че? Скинул. Хоть реально, блядь. Не бомбил, блядь. О, Кунг, смотри, через 5-10 минут придет. Попутно ему... Ладно, я промолчу. Ну, кстати, Ирил, то, что ты передавал Кунг, я ему передавал. Субоняйте меня, я, блядь, зело куплю, репотов. Так чё, какой у нас план? Чё мы ждём? Если Кунка придёт, нам всё равно, что одного не хватает. Нет! Значит, возьмём, наверное, позитором. Ну, смотри, Ридиган может в лемо? Есть... Там разницы особо не будет, я возьму позитроны тогда. Ну, не будет у него 3К ДПС в ханте. Смотри, чтоб он больше, чем щука не дал, он говно шло. Это я тебе говорю, Вась. Через сколько он будет? Хуя себя, почем 47 голд за штуку сделать? Это нормальный ценник, адекватный? Нет, нет. Охуели совсем. Я что помню, что он не такой дорогой. Я все время еще по 10 покупал. Пиздец, зелье дикомаги 70 голд за штуку. Ну что там, вы совсем ебанулись? Что это давно на аукционе не было. Так, не мало совершенно. О, масло подешевело. Ты что там, купил мой зев, получается? Видимо, да. Я понял, чего нам не хватает, вот этого. Хорошо, что я поезда ломаю. Бах. Сука. Ты мне поезд должен, понял? Позитрон, настало твое время. Да я не ожидал, что секу я хоть это закуплюсь. Одевались, блядь, позабивали нахуй. Так, это мод, блядь, вот сколько перечисли человек, блядь, одет, ну. Которых сейчас нет, блядь. Кулка, блядь. Ладно, это сейчас придет. Никита, блядь. Лондра. Эдик. Глюк это съебался, нахуй. Ванчелла, блядь, нету. Лондра с Эдиком там сейчас берлоги, ебать, тусуются. Нам, нахуй, блядь, видео было ебашно, блядь. Шмакс. Батя перестал играть, Салин тут поиграл, перестал, Барбарос, блядь. Салин переезжает. Сдался, забил хуяно. А Салин что? Он сейчас переезжает, у него какие-то траблы с компьютером были, он постоянно улетал. Как только нет. Начинался пул босса. Я с ним поддерживаю еще связь.
Надо было не кикать, а кефир, а сейчас бы он зарешал бы. Плюс один был. Да, он бы уже все в коре нахуй токены продавал, какой нахуй зарешал бы. Швепс нахуй вовремя тоже забил, блин. Ну, это нормальная тема, что он в игру забивает. Рано или поздно надоедает, себя забивает. Надо, чтобы наплыв новых игроков был. Слишком дохуя людей. Настя тоже с интернетами. Так про Барбаросса вроде это, Юля писала то, что он оф ушел. Или это не про Барбаросса? Че, я отходила, да, Барбаросс на фушу. Заебись. А, Барбаросс ушел на офу, да? Ну да, он зашел на последний кидруска у нас, и без него дела хорошо, поэтому он пошел на фу. Ой, блядь. Сара. Ты меня спросила, вот есть еще желающие на фу? Можем устроить побыстрей. Это как, проплатишь? Вышвырну. А то, что вышвырнешь, нет, это быстрее не проплатится. Ну, пробатывать и было бы интереснее. Эй, детка, ты вся горишь, я твой огнетушитель. Пыщ-пыщ. Виталя. Да. Ну, тупо 10 человек где-то плюс-минус, блядь. Которые просто, блядь, одновременно забили болтных. Кита болеет. Здравствуйте. Как делишки? Хуёв. Тебе, Каныч, не хватает. Реально, блядь. Я работаю на суточках. Прикинь, заработал много денег. Денег. Сутки надо только говорить. Начались, какие деньги? Канна, заплати кунки 20к обещанные. В споре проебанные. Канна, чтоб ты понимал, у нас позитрон в рейде. Жестко. Сам бахает. А бланшку отвалился. Ну он вроде в дискорде сидит, так что он скорее всего просто фаску экономит. Экономит. Экономный. Я тоже поэкономлю, пойду на сову собирать. Правильно сказать, заботливый. Он заботится о фаске ГБ. Я сегодня в казино 20-ку поднял в рублях. Охуеть. Кана, Мирай, я сказал, что ты старый пердун, нахуй, из-за тебя мы все друзья не убьем. Пошел он нахуй. Кстати, Кирилл, ты лагаешь. Вроде как. Или это у меня? Нет, это у всех, наверное. Можете, у меня мне микрофон просто далеко. Да я на стуле качу. Пинг. Да. Ну, может быть. Ну, у меня вроде в игре все нормально. В игре 19 мс. Не, ну вот сейчас нормально слышно было вот до этого. Да, Барбаросс у меня эти наручи забрал перед уходом. Барбаросс и у меня наручи забрал. А у тебя он не наручи, это Бобарсон, по-моему, тебя забрал. На паладине, который был. Ой, точнее, Бобарсон, да. Он забрал, короче, наручи и сказал, ребят, у меня нет времени на этот вов, типа, давайте пока. И шею Кунки, как Кунг вчера сказал. А, ну да, и шею тоже забрал. Кстати, по-моему, на этом же рейде и забрал. Да. СРП. Да. И как он мог забрать наручи Лок и шею у Бара? На наручи Роги. А, Роги. На ловкость. Хотя с ТГ есть наручи, но образно. С... Ну, там видишь, я же говорю, зависит от человека, опять же. Человек не просто хоть все нидит подряд. Просто там... три вида наручи, которых он может поменять. У меня только одни. А, я был тогда, вы там еще спорили, что отдавать кожу тем, кто носит латы.
Кунка залетает. Вы только скажите, когда зайти, я тут. Да-да, я тоже скажите, я пока... Так, Адель полещует, кто это? Бентли, Бланк. Я пока не заходим. Алканфель. Что, заходите? Заходите? Нет, еще пока не надо. Чарик, надо все. Кунка уже онлайн. Можете заходить. Адель Бентли полещит Алканфель. Я захожу уже. Заходите. Я на фушу. Блять, мне плохо, нахуй. Держись. Это тренд, типа, да, такой? На фул хайп, походу. Да. Хайп. Хэштег на фул, да. Ты еще в БМе, нахуй. Ты что, даун, что ли, нахуй? Там не 3К, а 2К будет, да? Это, ребят, с ума не типа. А он точно еще купили, да, может? Я думал, вряд ли в ПМе. Ты сомневаешься в щуке, что его могут передамажить? Ладно, хоть 3% урона, блять, они вроде не стакаются. Так у нас аркана ж нет. БМ разве с арканом стакается? Вроде бы нет. Ретрик дает 3% дэмэдж. Ну, по-моему, нет тоже, я видел. А Ретрик с арканом стакается 3%. А с БМом вроде не стакается. По-моему, там... разных еще говорите. У Ретрика 3% это дебаф, а у Аркана это баф, который в этом они точно не стакаются. Бля, мне показывают позитроны 264-й там левел. Бля, ебать запах вообще, ёбнутые. Какие есть, блядь. Ну то, что ты вот это возмездие, это с совой у вас, типа, взаимозаменяется. Это не то, там 3% урона дает. Не, я просто хочешь? Помню, в далеком, блядь, 2012-м мы делали БМ, чисто чтобы он давал дополнительные 3% урона вместе с Арканом. Итого 6 получилось процентов. Может, я это, в Долоран слетаю, куплю ему наручи и передам. ЗОД, который, 213-й. Бентли, хочешь, я сникеры за тебя съем? Сникеры. Да, он мог бы 245-й реально скрафтить за сферы рыцаря, там, блядь, 4000 елдов. Обратиться не мог? На трассу нахуй сходи, блядь. Блядь, я уже почти на ней, нахуй. В смысле почти? В смысле, я уже так присматриваюсь. Сапрот пей, блядь. Сапрот пить, бля. Если убиваем, то шею. Риди, я обмен, дашь он тебе, на. А дадим позику. А Володя, ты где? Кунки поебало лучше найти. Дайте взять, вы заебали. Вы чё такие два будете? Ну, серьезно, дайте взять эти саппроты. Кунка, ты сам брать, чё ты? Кунка ленивый. В ГБ возьми, чё у тебя, перма нет. Окей, let's go. А там один саппрот остался, лежит одинокий. Это мой экстра. Дайте, пожалуйста. Его уже нету, блядь. Чё, кому ещё? Быстро разбирайся. Мне. А давайте, ребят, побыстрее чё. Уже 10 часов. А мы ещё даже Синдру не убили. 9.56. Ну всё, за 4 минуты убиваем Синдру. Не. Иди запускай. О, нихуя у нас огненно взял, в сот лежит. В ГБ. Там у нас, блядь, появится фурик ебаный билди. Кстати, фурики же сейчас же лучше бьют, чем... Да, вроде бы две штуки были какие-то там.
Один, который там собирался играть. Другой, вон, ты видел, кого-то набрали, блядь. Один вот знает. Ушел. Бля, это не вкрутил. Да, он, знаешь, вместе с этим, блядь, кутая рогой вот этой. Дэмэйдж какой-то там хуй, короче. Дэмэйдж Кинг. У нас не было его. Сейчас в перетяпку отбегаем. Я забрал метку, что Кунка, Адельку лишь тут фонарики на твои мира. Кентури звезду. Угу. Лево падает аккуратно. Справа. Почти по центру, чуть передвиньте. По центральным хватит бить. Справа там же. По центру. Разбили спир. Бля, ты типа на тебя вообще пока это кидала, все равно нихуя не думаю. Виновать да на пару. Я не дамажу, поэтому. Что кидаю пока ты. Так, все отбил. Еще раз. Странно, это угольденка, пока ни разу не понял. Это Керна багается, видимо, этим талантом, она сейчас позже залетела, чем должна была. Кунка, Ридига, Мелькли, Андрель, Войт, Мегащук. Две секунды где-то. Лево падает почти по центру. Справа. А вы ШП шлангом бьете, это типа нормально вообще? Оно достает, если вы по центральному пошли. Это... Ну, по справа. Мне просто спрашиваю, нахуя это. Справа близко. Разбили скрип. Или это еле баланс? Ладно. Давай сейчас еще разучу. Накинь на резину, блядь. А, я все понимаю. Выходя аборт по дермичу и свет, когда мы взлетаем. Принесяшь еще. Мастер Дайбер. Дмитрий сереет по хп. Кунка, Ридига, Блэкич, Полич, Бланш, Люксу. Рид, этот слева падает. Рид приземлится, поставишь Монотайп и Юлия Гимнамен. По центру.
Пока не спеши там, Клепи. Ну, ты, Юля, можешь сразу, в принципе, понять. Пациент. Блять, правый склеп и не убейте. Повезло. Левый, точнее. Это уже не важно. Тотем, ну, этот, блядь, тотем. Портал обновил его там. Притяжка будет вообще. Можешь перевести успел? Ну да, фаза. Освобожденку не набирайте вообще. Прошли. Мирая в крест. Мастер печень. Подбили, но не разбиваем. Блять, кракозябр ты, блять, такой кракозябр, нахуй. Быстрее склеп разбили. А не, не разбивайте. Не разбивайте. Блять, да кто там убил? Разбили склеп, кракозябр плюс. Реально с ним. Полубабл. Боссу боль. Блэчич центр. Термич я забрал. Дал ЧСС фонарь. Прожимок больше нет. Блин, вы, Юля. По боссу больше играть. Больше по боссу. По нафти. Прохил. Войт в центр. Больше еще побольше на эти ноль. Перетяжка должна быть. Сера влево. По боссу больше играем. Милики разбили скреп. Виктор, дай сыграл. Нер меча прохил. Адам Сент, беспо есть? Угу. Освобожденка смотрим, не бьем на кому стоит. Разбить скреп. Я умер. Блять. Вставай, фонаря прохил. Фонаря я прохил. Бентли в крест. БР по Асусу. Дим на ХП дай. Даю. Дармич, дай этот фонарь, дай скру. Прямо сейчас. Да. Стерва в центр, быстрее в центр. Прячемся сейчас. По боссу больше играем. Где пока что. Отбежали, отбежали, отбежали. Геру дали? Геру дали пул ДПС по боссу, он фил в сторону. Дермич из баунта. Жмем бурсты все, трипоты пьем. На ком освобожденка, смотрите, не взорвите, блядь. Вынесите ее в бок куда-нибудь, подальше от рейда. Больше еще добавили ДПС. Гим на ХП там, да, Юля, если есть все. Прохил, прохил. Прожимки свои нажмите. Нечего. Нормально, нормально. Бьем, бьем, бьем. Больше. Еще больше добавьте. Сейчас бирса будет. Свои прожимки жмите. Больше, больше. Бирса сейчас будет. Супер. Доты, ты доты. Диспу, баблы, диспу, баблы, диспу, баблы, паладины. Диспу, баблы.
200 000, ёпаный. Это бабл был. Почти, почти, хорошо. Ну, блядь. Я всю вторую фазу в освобожденках сидел, блядь. Такая же хуйня. Ну, кто-то в любом случае будет сидеть в освобожденке. Я заебал уже эту освобожденку. Заходи на рогу. Ну, это хороший вариант. Хорошо. Дайте общий ДПС развертку. Ну, полностью все. Вообще печально такое. Говно. Это лучше по синдре дайте себе, блядь, там.